Всем привет, на моем 151 стриме. Мы продолжаем проходить игру The Talos Principle. Вот уже шестая часть, шестой стрим по ней. Ну, я так надеюсь, мы уже приближаемся постепенно к концу. Так. Привет, Брим. Привет, Пророк. Привет, Алексей Альферов. Ну да, я уже 100 раз на самом деле рассказывал, что значит там номер стрима, да, то есть это именно я считаю по порядку стримы, которые как бы, ну, и так сказать, которые я считаю качественным контентом, ну насколько это возможно для меня. Ну, то есть, как бы, игры, которые я, так сказать, в нумерованные стримы отношу, это значит, что я их всегда с комментами они. Я всегда стараюсь не отвлекаться, когда в них играю. Ну, в смысле, не уходить куда-то, да. Я их стараюсь так до конца проходить. Я только одну игру не прошел, которая на номерном стриме была. Но она просто уж слишком была упорта. Это Soviet Strike. Вот. А так, ну, то есть, как бы, это более-менее. А те, которые не номерные, это значит, ну, так, просто балуюсь. Как там, по звуку нормально? В этот раз чатик немного по-другому захватил, не знаю, нормально, нет. Да он всегда шипит, Пророк, ты что, первый раз у меня на стриме, что ли? Так. Мы в комплекс B идем. Дощечки ломать. Ну блин, ну у меня всегда шипел микрофон, потому что у меня предусиление стоит сильное. Вы чё, первый раз на стриме, что ли? Или типа шумит больше, чем обычно. Из-за леса, из-за гор летел в лицо топор. Используем топор по назначению, нарубим дрова. Я так и не понимаю, что там за вопросик снизу, как его, не знаю, прочитать или что. Да вроде так пробовал. Так, опять в Тетрис будем играть. Нет, ГГ не может стримить на два канала. Так, тут у нас излучатель. Давайте сразу посмотрим, что у нас имеется. Излучатель. Ну, понятно. Тут, два приемника, синий и красный. Там был красный излучатель. Отражатель. Так, потом почитаем. Там не кубит, а то Абитейт поставил на видео 2500. А еще один отражатель.
Ну, и синий излучатель, да. Ну, понятно, тут все логично. Тут суть как бы в том, чтобы раскрыть это все. Давайте почитаем капсулу времени, на которой изображен топор. Точнее, этот молот, молот. Практически все на этой планете, начиная с поверхности Земли и заканчивая составом самой атмосферы, было сформировано жизнью. Это процесс, который занимает миллионы лет. Но мы, люди, своей техникой, своим пониманием и обращением с системами все изменили всего за несколько столетий. Я полагаю, что именно это и значит быть человеком. Мы перекраиваем мир по своему разумению. Так мы себя создаем. И так себя уничтожаем. Так, ну поехали. Может быть, это легкое? Посмотрим. А может, и не легкое. Тут опять кубик, блин. Не, по-моему, как-то уже неудачно, да, начал ставить. А, тут два кубика. Кубика, наверное, надо вместе ставить. Ну, Аферов, чё поделаю? Ничего не поделать. Ну, потому что и кубить будет жестко, если я поставлю поменьше битрейт. Так что... Ну, значит, не можешь? Ну, значит, не можешь. Что я туплю? Начинаю с кубов и длинных. Ну, я почти так и начал. А, Пророк, подожди, тебя же не было на прошлом стриме, да? Пипец, мы тут, короче, учились над одной из штук. Вообще жесть. Очень долго. А, ты пришел потом, под конец, когда мы уже там вроде решили самое сложное. Ну, короче, там вообще жесть, так мы сидели. Зафейлено. Ой, ну что-то легенькая, по-моему, какая-то. Ну, мы с помощью Фабино это решили. Это считается за чит?
что-то с первого раза. Да, он сам на листочке думал. Не, ну мало ли скажешь, типа, это нечестно, потому что Хабино просто повезло. Он собрал там быстро. Ну, типа, просто своим везением прочетерил. По-моему, такая только что была, разве нет? А, не, не такая, да, вроде много было. Короче, самое сложное первое было. Не, ну мне кто-то, не помню, по-моему, DMC что ли или нет, не помню, кто-то предлагал, типа, вот я нашел прогу, сайт, который решает, но я отказался. Ну потому что это, ну, как-то слишком тупо, да, ну. Можно вообще чит вести там какой-нибудь, чтобы просто оно решилось, ну, вот, ну то. Читали, такое, такие же самые надписи. О, это что-то сложное, а в тот раз было вообще элементарное. Нифига себе. А в тот раз там было вообще наиэлементарнейшее просто, вот возле такой панели. Ну, возле гроба этого контейнера. Косяк. Роро, как ты считаешь, или может быть ты знаешь наверняка, здесь не одно же, да, решение каждой головоломки? То есть можно несколькими способами выстроить ее? Ну, в принципе, вопрос не только к пророку, но просто это он эту игру знает, поэтому я у него спрашиваю, а так-то, в принципе, любой может ответить. Ну вот я тоже думаю, что решений тут может быть больше, чем одно. Короче.
опять в тупик загнал. Нет, отразить не выйдет, потому что вот эти же штуки, они же разные. То есть ты же не можешь отразить эту фигуру. И их, то есть их несимметричное количество. Да я так тоже в рок пробовал, просто когда я застрял на одной вот очень-очень долго, вот на той самой, то как бы там мне уже все, ничего не помогало просто. Просто, ну, пипец, короче, тупик пришел уже. Но Фабино выручил. Фабино спешит на помощь, короче. Нет, явно из этих квадрат не составить. Прямоугольник. Тоже не вариант вообще. Тоже не вариант вообще. Не, походу было нормально. И опять прямоугольник получился. Не, надо по заново, что-то не так. Надо квадраты разнести по бокам. Как-нибудь вот так можно. Не, не вариант, что ли? А, вот так. Так. Нет, тупик, походу. Если так. Нет, этот квадратик никак не заполнится. Но только если вот так. Не, вы можете помогать, если хотите, но только пророк, если ты знаешь точно как, тогда не надо. А если ты уже полностью забыл, то можешь тоже подумать еще раз. То есть, как бы, я не против помощи, но только именно, ну, если вы, ну, то есть, не считерите там, и, или не знаете именно, потому что проходили. Ну, просто я, например, вот те, которые собирал до этого, я их вообще не запомнил, поэтому, если даже я сейчас буду смотреть какое-то прохождение, я буду помогать как с нуля. А, не открывал? Ну, тем более, можешь подумать, если хочешь. Блин. Раскатать ее надо. Чатик вниз. А. Ну так, блин.
Ну так слишком мало влезает. Ну вот, как раз таки вот так. А, привет, Найтрики, да, ништяк контра, кстати. Не знаю, даже есть желание, может быть, пройти как-нибудь. Ой, жесть, конечно. По крайней мере, смотреть это было весело. Что тут расставить, нафиг? Начинай, Трики, любишь головоломки? Помогай. Только без этих, без каких-то сайтов там. Ну и где что за отражение? А, по диагонали отразить ты имеешь в виду? А, ну может быть, может быть. А, терпеть не могу, ну тогда. Ну тогда не решай. Так я еще не ставил. У тебя получилось вот это собрать, что ли, или что? Это вообще какой-то косяк. Не так. Все не так. Все фигня, давай сначала. Собрал? Ну сейчас, подожди. Ну ты пока начни писать, короче, тогда. Какие-то хотя бы половину куда ставить, да, дальше, допустим, догадаюсь, но пока не отправляю. Сейчас я попробую еще, может, что-то выйдет. Не, по-моему, это вообще тупиковая шняга вышла полностью. Если ты уже собрал на бумаге, знаешь, что это означает? То, что я ядрить тормоз. Почему я не могу это собрать? Блин, короче, отправляй там, если ты пишешь. Да ладно, не прошел. О, нифига, такая сложная. Ну, я не знаю, какой там последний босс. Из того, что я видел,
середине, то представляю, какие там могут быть жесткие атаки. Но все-таки это NES. Под ним квадрат. Под ними Г, справа от Г на нижнем ряду. В смысле, вот так, что ли? И длинная сюда, что ли? Привет, Торы, опять меня еле слышно, ну началось. Ну вот сиди тут куча народу, короче, и не говори, что меня еле слышно. Только говорят, что уже пит микрофон и все. А, одна только? Так. Ну значит там вот такая, наверное, шняга. Либо там вот такая. Ну блин, я же тебе сказал половину так подсказать, ну ладно. Четвертый уровень, там 5 полубоссов на уровне, тупые лианы, где фиг... А, лианы я видел. А, ну я видел четвертый уровень, походу, да, лианы видел. А потом Сан-Франки в нескольких фазах. Походу, я почти до конца, то есть, видел. Последнее просто забить, там без КД пульки в тебя с башки статично пуляют, потом башка летать начинает, это просто забей, а ХП вообще не хватает. Ну, понятно. НЕС такой НЕС. Не, я все делаю неправильно. Так. Нет. Значит, уже неправильно. Это по-любому сюда. Ну я уже не понял, как было, неважно. Сейчас разберусь. Блин, тут вот это вот ложе не должно быть такой. Блин, а тогда мне не избавиться от этого. Ну, значит, это неправильно. Да ядрить, правильно стояло. По-моему, невозможно так решить. Жесть.
Здорово, Барачел X. Теперь на этот раз я прослежу, куда ты пойдешь. Вот как? Добро пожаловать, дитя мое. Я один из тех, кто решил остаться в этом мире в качестве посланника скрытых слов. Если ты когда-нибудь будешь в беде, отыщи нас и взывай о помощи. Мы сделаем, что сможем. Марачел X, версия 16.3. Понятно. Да, тут графон. Тут вот в таких вот штуках вся игра завязана. Ну все, мы тут все сделали. Это была только часть, как бы, просто такая головоломка. Все, значит, идем теперь в С. В Си. Ну да, Барачелло X, версия 63. По жизни. Скоро звездочки отправимся собирать, а это будет печальная история. Да, вчера на стриме Эйбл. Ну, посмотрим, пророк, ща. А, стоп, ну да, топор же появился опять, да, тут? Неужели там такие огромные поля? Не, если там очень-очень сложно, то я, наверное, буду сейчас, ну, пока долго сам пытаться сделать. Не, ну ты можешь для себя решить, но только не отправляй, пока я не скажу. Так. Это сложно, да? Очень? Ну, вообще, походу, нереально решить. Блин, ну хрен знает, как вообще это возможно сделать-то. Ну это тоже. Разберемся. Ну да, вообще нереал. Я смотрю на эту инертную форму, и мне интересно, кем ты станешь. Будут ли у тебя те же ценности, что и у нас? Будешь ли ты любить нас за то, что мы тебя сотворили? Будешь ли сердиться на нас за то, что мы привели тебя в изменчивый и опасный мир? Вспоминая нашу историю, полную и достижений, и преступлений, что ты скажешь о нас? Будет ли мир, созданный тобой, похож на наш? Или станет совершенно другим, таким, что нам и не представить? Так или иначе, я надеюсь, что тебе эта маленькая голубая планета покажется такой же прекрасной, как и нам. Я надеюсь, ты будешь о ней заботиться намного лучше, чем мы. И я надеюсь, однажды ты посмотришь вверх и потянешься к звездам. Так, ну вот это вот уже, по-моему, напряжное. Да ладно. Это что, та же самая? Не,
Нет, это другая, да? Или это та же самая, лол? А, нет, чуть другая. Ой, сюжет очень долго на треке рассказывать. И так к тому же пока до конца непонятно. Ну, как бы завязка, то что вот мы играем за какого-то робота, да, вот это как бы нам так понятно, ну, мы понимаем, что это так. И нам некий Элохим, который представляется нам богом, говорит то, что мы должны вот эти испытания проходить, чтобы обрести вечную жизнь. И нам ни в коем случае нельзя подниматься в башню. Ну, ты видел, когда я из комплекса B в комплекс C шел, там башня была, я на нее посмотрел. Типа, нам в нее нельзя, но мы в нее потихоньку пробираемся этаж за этажом, собирая вот эти вот, как называется, забыл. Что-то вылетело с головы слово это. Ну, короче, вот эти элементы Тетриса мы собираем. Ну, вот в данном случае, они, видишь, здесь уже лежат, но это именно в таких комнатах. А, сигилы, сигилы. Вот, но обычно мы их собираем с помощью, ну, решая головоломки. Вот, и когда мы достаточное количество собираем, то мы можем пройти, скажем, дальше, в том числе мы можем и в башню проникнуть. Ну вот, но как бы по замыслу вот этого Элохима, мы в комплексе Си, когда все соберем, то мы пройдем какие-то большие врата, и там, видимо, что-то будет. Я не знаю, я же не проходил, да, до конца, что-то там будет. Вот, но, как бы, я так понимаю, вторая цель у нас такая, вот, против его воли, это в башню подняться. Наверху башни облом, там ничего, ну, посмотрим. Вот. Ну, это как бы вот, это поверхностный сюжет. Но тут очень-очень-очень много текста. Тоже, в принципе, интересно все сделано. Такая, очень много философии, я бы даже сказал. Прям в ее, в прямом смысле. Ядрить. Ну и как бы, то есть такой вот как бы контекстный сюжет, то что я, ну как я понимаю, опять же, я не проходил, и мы развязку еще не видели, но я так понимаю, там что-то вроде конца света произошло, ну на, ну в реальном мире, и люди походу сделали что-то типа виртуальной реальности, что ли, и туда загрузили все свои данные абсолютно, ну, с Земли, да, и не знаю для чего, как бы эту симуляцию запустили. Это вот, насколько я понимаю, пророк, ну, как бы не спойлерит, ну, знает это, что на самом деле, но он не спойлерит, конечно же, да, потому что, ну, потому что спойлер. Вот, но как бы, как я говорю, насколько я сейчас понимаю на данном этапе сюжета, что вот что-то такое произошло, и зачем-то эту симуляцию запустили, вот, чтобы вот эти роботы тут что-то делали. Но непонятно, кто такой Элохим на самом деле, тоже, походу, какой-то компьютер, прога какая-то. Вот, ну, что-то вроде того. Не, Брейд, я так и не понял. Чё, пророк, я нарандомил, да? Не, Тор, игра не затянута. Знаешь почему? Потому что это не та игра, которую нужно пробежать. Это та игра, в которой ты сидишь и просто наслаждаешься головоломочками, спокойно проходишь. Это не та игра, которую надо просто пробежать ради сюжета, да? То есть, такие игры затянуты, это норм, когда они затянуты. То есть, мне это абсолютно нормально. То есть, они не могут быть затянуты. Ой, блядь, какая же сложная эта загадка. Я в Брейде не понял сюжет. Я читал абсолютно весь сюжет, я в него вникал. Я вообще не понял сюжет в Брейде. Ну вот вообще не понял сюжет в Брейде. Как я не старался в него вникать, вот читал его, вообще не понял, хрен знает. Правда, единственное, что я не читал, может быть, на каких-нибудь там Википедиях и прочем, там как-то объясняется, но я именно вот читал то, что есть в самой игре, и я вообще не понял. Нисколечко. Рандомщик. О, пророка подгорел. Не, не надо в Dark Souls. Я знаю, что там типа сюжета очень-очень мало, но даже его не надо рассказывать. Я когда запущу, я увижу. Хотя я вроде бы примерно знаю на самом деле. Ну, ладно, потом узнаем.
Уриел, Барачалыц. Так, ну посмотрим, кто тут. Тут самое сложное, да? Ну, вроде не выглядит сложно особо. А, не, не так. Не так. Тоже нет. Самый сложный на рандоме, ну ок. Я рад. А ты там листочек уже приготовил. Так, что-то не так пошло, короче. Нет, это плохая идея туда ставить угол вот это. Блин, куда вот это примостить? Ну это не та, ну это не та. Нет, на трике что-то не видел. А. Брейд, короче, про создание ядерной бомбы. Если все звезды собрать, то принцесса взорвется, когда ты до нее доберешься. Что? Ой, лол. Не, странно, я пропустил что-то твое сообщение. Ну, а теперь прочитал. Не, на трике я читаю сообщения слух в основном, да, так что. Ну, либо отвечаю, так что если я явно никак бы не обратил внимания, значит я просто не заметил. Редко, но бывает. Ну, Тор, я так и думаю, но давай увидим, когда то увидим. Я так и думаю. Да как я почти собрал? Ничего я не собрал. Чуток поменять. Чё чуток поменять-то? Блин, это не то. Ну, посередине зигзаг. Отзеркалить, в смысле? Да, странный сюжет тогда в Брейде, еще страннее, чем я думал даже. Блин. Чё-то я не догоняю.
Но ядрить. Да я не знаю, я вообще ни про какие звезды что-то не прошарил. Брейд бредом назвал. Не, ну сама-то игра по геймплею классная, мне нравится. Давайте посмотрим, что там Алексей собрал. А, ну почти, ну я почти так и собрал, да? Ну, не знаю, на трике, но я, скорее всего, вряд ли я в ближайшее время это буду делать. Как бы сейчас есть во что поиграть. Добро пожаловать, ну понятно, то же самое, только это S3, L4, FIEL, или SELF-FIEL, ты кого поймешь, как читать, версия 27.4. Все, теперь пошли, уже нормальный уровень. А где выход? Вот. Так, мы тут сколько? Мы одну хотя бы прошли тут? А, да, одну полностью нашли, даже звездочку собрали. Так, теперь у нас тут 4 красных и одна звездочка. Ну, пошли. Но вначале мы почитаем терминал, где он пищит. Family HTML. Давайте посмотрим. Для тех из вас, кто следил за этим блогом в течение последних 5 лет, я хотел бы написать свой последний пост. Я собираюсь провести оставшееся время со своей семьей. Да, знаю, знаю. Наверное, больше 50% моих постов были о проблемах, которые у меня возникали с родственниками. Но в конце концов, они же моя семья. Это люди, с которыми я вырос, люди, о которых я забочусь, люди, о которых я люблю. Конечно, они бесят меня до чертиков. Они говорили мне всякие неприятные вещи, да и я в долгу не оставался. Но это не отменяет того, кто мы. На самом деле, мы бы не ссорились, если бы не заботились и волновались друг о друге. Считаю ли я по-прежнему, что они были неправы? Да, абсолютно. Вел бы я себя по-другому, если бы думал, что у нас есть еще много времени, однозначно. Но у нас его нет, поэтому я лучше проведу пару недель, сидя на крылечке со своими родителями и сестрами, чем буду торчать в одиночестве и дуться на весь свет. Кроме того, навряд ли мы теперь будем ссориться из-за того, что я так и не нашел себе работу. Если можете, помиритесь с теми, кого любите. Это ваш последний шанс. Спасибо, что прочитали. Last Days EML. От кого? Алан... Джеймисон, Институт эмпирической наематики. Кому, Френ? Тема «Последние дни». Знаешь, что самое странное во всем этом? Мы не ругаемся, у нас нет нервных срывов, мы не кричим друг на друга. Мы на самом деле очень вежливые и сосредоточенные, и проводим большую часть времени за обсуждениями природы человечества и того, как нам лучше преуспеть в, пожалуй, самом амбициозном деле в мире. Как будто это совершенно нормально, как будто такими и являются люди. Мы будто превратились в персонажей Стартрека. Но я вот думаю, а какой толк делать что-нибудь еще? Гнев не поможет. Но я вообще не ожидал, что буду так себя чувствовать. И знаешь что? Это потрясающе. Всего хорошего и удачи, Алан. По скриптум. Привет от Джорджа. Так, ну все, идем собирать. Стоп, а что это за дверь? А давайте прочитаем QR-коды. Вопрос. Предположим, что все здесь играет свою собственную роль в некой грандиозной постановке. Как бы мы это объяснили? Шипиш-версия 69.1. Очевидно, что... Очевидно, это цифровая капсула времени, электронная библиотека всех когда-либо происходивших безумств человечества, которую они остановили, чтобы напомнить другим видам держаться подальше. Нет, версия 91.10. Новый код персонаж.
Так что с ними случилось, шип версия 69.1? То же самое, что случается со всеми. Они существовали, а потом исчезли. И, пожалуй, не стали бы повторять это снова. Нет, чем версия 91.10. Попоболит за звездочки? Так дверь, она нет. Лол, что это? Money. Money. I'm rich. Money. Money, money, money. Что за бред? Ничего подобного не было во всей игре, и тут вдруг. Элохим противоречит себе, я ему не доверяю. Yes Man, версия 99.2. Секретки, открутим такие секретки. Кладбище. Так. Ну, подсказки мы брать, конечно, не будем, я думаю. Всю игру играли без подсказок, значит, и это пройдем без... Но я имею в виду подсказки вот эти. А подсказки от зрителей, ну, если я застряну, вполне можно. Ну, только если застряну. Ну, только не от пророка, конечно. Ну, хотя в самом крайнем случае даже от пророка. Не хватит, да? Хватает. Блин. Ну вот этого открыть уже не хватит явно. Надо просто поставить, наверное, вот как-то так. Я бы даже сказал, как-то вот сюда. А, все понял. Ладно, их, наверное, надо синхронизировать. А, их не получится синхронизировать. А, тут, господи, тут кубик валяется, ну чё за... Так, какая нам больше всего мешает? Вот это, наверное, мешает больше всего. Наверное, тогда надо поставить вот так как-то. Посмотрим, хватит или нет. Хватает.
туплю, ясно, туплю вообще жесть. Так, далее. Давайте вот это соберем. Пока мы еще звездочку не видели. Интересно. Тут вынести явно что-то можно. Что-то можно вынести. Так, запомнили. Это что такое? Для чего эта платформа? Не понял. Платформу можно использовать, чтобы что-то на ней переносить. В смысле? Она прозрачная, может это... Ну, Тор, ты именно свое предположение, да, делаешь? Ну, то есть ты нигде не смотрел в, ну, как бы в инете, тогда давай говори. А, кубик же есть, вот. Туда вообще можно как-то попасть?
А, подожди-ка. А с ней нельзя связать. Нельзя. Платформа. Ну, на платформу обычно встают. Торгует, очевидно. Ну, я же не торг. Может, Тора неправильно догадался. Нет, Тора обычно правильно догадывается. Он головоломки хорошо решает. А, вот и звездочка, кстати. Да что за фигня? Ничего нельзя было объяснить, как этой платформой пользоваться? Ну, до этого уже объясняли, как чем пользоваться. Платформу можно использовать, чтобы что-то на ней переносить. На ней. Но я не могу на нее ничего поставить или... Или там, не знаю, сам себя перенести. На ней переносить. Ну, на ней. Что я на ней перенесу? Лазер я не могу на ней перенести. Не могу никакой предмет на ней перенести. Что на ней? Воздух переносить? Себя не могу переносить. Сюда не могу пройти. Сюда не могу пройти. Что я на ней перенесу? Что-то переносить на платформе. Что переносить на платформе? Почему он держит ее над собой? Может, этот спуск не зря сделан? Эти окна есть зачем-то. Странно, в эти окна нельзя пройти, хотя по высоте вообще легко. Предусмотрено. Привет, Костебрак. Давно что-то тебя не видно было.
Она записывает какие-то действия и потом, ну, как бы воспроизводит. Ну, смотри, например, начинаю запись, беру платформу, переношу, кладу, потом беру кубик и кладу на платформу. После чего, например, забираю платформу и кладу сюда. Оп. Видишь, с копией предметов делают вот такие вещи. То есть я могу как-то... То есть эти действия отражаются на реальном мире, хотя это воспроизводится запись. А, привет, Фабино. Не, я просто что-то засмотрелся тут. Не, Тор, как-то напишите. Пророк не будет писать, ну, потому что это спойлер. А ты можешь как раз таки написать. Ну ладно, потом прочитаю. Да, то есть я, например, могу в записи соединить, допустим, какую-то штуку, да? И, ну, допустим, если там нет таких преград, оно соединится, и дверь откроется в реальном мире. Хотя у меня будет еще одна копия этих предметов. Не могу носить. Вот это не могу носить. Вот это не могу носить. Вон ту штуку не могу носить. Все. Остальное могу носить. Ну, не знаю. Землю не могу носить, эти камни не могу носить. О, ну можно хоть и попробовать. Так, допустим, я сюда встал, сверху поставил кубик, соединил эти штуки, потом пошел и встал сюда. Дверь открылась, и что-то я там сделал. О, ну, короче, бобер зарешал, остальные не шарят. Ну, кроме пророка. Пророк-то знает просто. Что-то не хватает высоты. Сегодня не будешь стримить? Так, а что нужно было еще чего-то, что-то сделать? Ну, я думаю, подпрыгнуть не вариант, оно не успеет заполниться. Ну, мало ли, что вы там написали. Тор написал, что он понял, ты написал, что понял. Знаешь, написать, что понял, это одно, написать решение, это другое. Я, например, не верю, что вы поняли. Пека-пека. Надо было написать, что именно, тогда да. А так, то каждый может сказать то, что... А я понял, но не скажу. Бобер, он написал, что именно, и это оказалось решением. Так что вот, первый победитель. А, да у вас все вот
чуть-чуть что не так, как вам надо, так сразу, а, да у него же горит. Так и что, я не запрещаю помогать. Я не запрещаю помогать. Ну, только пророку, как бы, ну, потому что он именно проходил. На ящик запрыгнуть во время записи, все. Вот, бобёр-то шарит, а вы только можете писать, да у него ж горит. Блин, точно на ящик же прыгнуть, вау. Где там эта штука? Так, я думаю, мне хватит столько времени. Если истина не открывается, возможно, искать ее стоит в другом месте. Ну да, вы не очень. Вы можете только писать, что горит. Потому что у самих-то горит, то что не смогли догадаться, как пройти. Ты становишься мудрее, но остерегайся искушений. Так, звездочка. Так что наоборот-то? Что наоборот? Я так и не понял, что наоборот. Так видишь, решение в другом. Так, а тут не пронести ничего сюда. Я не понял, если честно, до сих пор не понимаю, что значит наоборот. Ну, напиши даже, хоть я прошел, все равно напиши. Я не сделал наоборот. Я сделал все то же самое, только еще на кубик встал. А, кстати, вот тут можно обойти. Вот тут можно перепрыгнуть, по идее, барьер. То есть... Вот, я тоже не пойму, что наоборот. Вообще непонятно абсолютно. А то есть, если сейчас именно сюда пройдет запись... А, ну тогда я не смогу пройти. Блин, у меня какая-то штука. Либо они, либо они. Ладно, звездочку потом. Хотя вообще-то уже время собирать звездочки. Не, ну сюда нужно кубик принести. Явно. Так что это... А, нет, стоп, сюда ничего не принести. Не, ну просто я посмотрел, и вряд ли там что-то сюда нужно принести, как бы мне это ничего не... Чтобы я не принес, мне это, по-моему, особо не поможет.
Потому что я не могу через барьер понести ничего. Правда, может, тут можно перепрыгнуть забор, если кубик у меня будет. Фиг знает, короче, посмотрим. Наоборот, подпрыгнуть, а не с ним ходить. Так и что, у меня подпрыгивание ничего не дали. Мне дало именно то, что запись встала на кубик. Ладно, посмотрим. Давайте пока действительно соберем оставшиеся здесь. Так, у нас есть запись. У нас есть что? Какая-то лестница. О, давайте прочтем QR-код. А какой толк от того, что я царапаю эти стены в знак презрения, если я все еще окружен ими? Док версия 55.1. Так, у нас есть только запись и больше ни одного инструмента. Так фишка же не в прыгании, а в том, что стоять на ящике, и из-за этого выше будет. А, вот же платформа есть, что это прям. Есть же платформа. А, ну, а в чем проблема? Вроде легко, да? Или нет? А, я понял. Все, кажется, понял. Так, ну допустим, я успел подойти, зашел, поворачиваемся. А, ядрить. Запрыгнули на забор. Я обошел. Встали. Подошел сюда. О, черт, не вовремя. Я же отключил вроде уведомления. Привет, Шоко Шалма. Ну это что-то легкое. Ну за легкое с учетом, что я уже понял, как платформа действует. Блин, ну короче, извиняюсь, но мне придется ответить на звонок. Возможно, что-то важное.
Так, продолжаем. Я извиняюсь за перерыв. Вот только в начале стрима сказал, да, что на номерных стримах у меня обычно не бывает перерывов, но это тот редкий случай, когда он случился. Кстати, надо чатик переместить обратно. Я думаю, вот так сойдем, да? Вот так чуть-чуть повыше. Так, что, еще не разошлись, я надеюсь. Так, что у нас еще? Одна нерешенная. Кстати, ведерко что-то я не нашел. Ну, знаете, это с краской. Где-то что должно быть по-любому. Ну да ладно. Рапунцель. Что такое Рапунцель? Я не знаю такого слова. О, вон куда же закинули сигил. О, так это же к сигилу лестница. Нужно нажать две кнопки. Персонаж? Исторический? Ну, к сожалению, я не знаю, кто это, да. А, диснеевский? Откуда здесь диснеевский? Так, ну это легко, тут вынести эти два кубика. Вообще не представляет никакой сложности. Платформа. Ну, скинь в скайп, я потом посмотрю. Или ВКонтакте, или в скайп. Так, ну значит, допустим. Допустим. Стоп, а мы же кубик-то не можем наверх-то занести. Если кубик принести на блюдечке, неужели можно будет сверху его забрать? Ну, в общем-то, что-то думать, надо пробовать. А, и встать на кубик. Я понял. Так, где наша платформа? Так, значит, запись идет сюда. Встает. Значит, мы прыгаем на эту платформу. Берем кубик, не слезая с платформы. Идем сюда. И прыгаем. И вместе с кубиком туда запрыгиваем. Ну и вряд ли... Вряд ли так достанет, но может быть. Ну ладно, давайте посмотрим. А, лол. Что-то как-то он криво встал, короче. Не, нифига не катит, лол.
Так. Подпрыгнуть под носом. Точно, да. Посмотрим, попробуй, это несложно. Пять раз подпрыгнем. Ну ладно, еще вот так вот. Все. Запрыгивает на него, лол. Чё, как дно-то. Оп. А, ну теперь вообще изич, да? Теперь просто запись идет. И все. Вот опять бобер затащил, лол. Мы отсюда не можем ничего вынести. Слушай, Бобер, ты точно не играл в эту игру? А то сейчас там сидит такой, подсказывает, а это на самом деле, короче, проходил или видел. Итак, звездочка. Можем. Ну уж не по вот этой же крыше. Не варит, ага, да. Поставьте ему смайлик, да. Не-не, только не выходи. Вынести кубик. Вынести кубик, вынести кубик. Каким образом там? Thank you.
А ты уверен, что это единственный способ? Может, это читерный какой-то способ? А, вот тут можно, по-моему. По-моему, вот тут можно. Мне туда надо или нет? Так, ну по-моему, таким макаром я могу в любое место запрыгнуть. То есть он туда. Привет, плюшечка. Были слова, и слова сотворили мир. Я есть. Ага. Ну я вынес. Вынес кубик за пределы этой карты, но. Он там сам по себе мне ничего не даст вот в этой локации. Мне нужно его протащить, я так понимаю, дальше. Что-то ядрить какое-то. Все, да? А, не, почему тут можно? Да блин, там по-моему нереально. Ну нет, реально. И чего? Только не говори, что вон туда надо допрыгнуть, это бред. Чё, вроде может из этой комнаты дальше вынести. Я смотрю с ним стрим, и комп уже снова нагревается. Ну. Как мне его туда-то пронести? Я
Я же отсюда никак не могу больше попасть наверх. Могу вон туда, правда, встать, по-моему. Да, вон туда я могу определенно. Но это мне вроде ничего не дает. А, ты любишь видеоигры? Так это же Гизер. Гизер, это же, да, это же крутой босс. В следующий раз буду говорить про ночь. Ну, блин, что-то делать нечего было, короче. Решил твой видосик посмотреть. Этот. Смотрю, блин, доброе утро, день или вечер. Я думаю, блин, ну, у меня ночь вообще-то. Блин, ну что делать-то? Да встань ты. Тут, блин. Не, ну туда я явно не допрыгнул никак. А если бы я по другой стене пошел? Не, вряд ли там не было ничего хорошего, потому что там вот это огромное здание. Да, но я этого не видел. Ну ладно, спрыгнул. Так, там у нас что? Там у нас вроде ничего. Видите сообщение вот этого жесть. Я помню, что запись есть, но пока не вижу смысла зачем, ну как бы, и, то есть и смысла записывать нет. Ну вот сюда можно явно, но что это даст? Ну с помощью записи. Вот ведь... А, фух, я думал придется записывать, теперь чтобы его взять. Но что мне даст это? Я смогу пройтись по этой стенке, пойтись по этой стенке. Ну я на ней же был уже. То есть... Ну мне надо, по сути, вот на эту стену, и то я ещё-то все равно даже не понимаю зачем. Чего я сегодня во сне бегал? Ну... Во сне ты клёвый. А, качала во сне бицепсы? Ну, в качалку не надо зато ходить, классно же. Ну ладно, давайте попробуем сделать, допустим, вот такую штуку. Раз, два... Три. Четыре. Не. Или да. Ну давайте вначале такую, а дальше посмотрим. Ну, что, у нас есть эта платформочка, если что. Стоп, а что это мне даст? Это же мне ничего не даст.
Но, короче, запись может сюда прийти с платформы, и я могу на нее прыгнуть. Шакур Шалман, такое возможно. Так, значит, я должен в записи. Ага, я понял. Значит, в записи иду сюда. Жду тут. Значит, запрыгивает тот чел сюда. Потом мы идем сюда. И я еще прыгаю. Он упадет, да, кубика себе поставлю. Или не упадет. Нифига себе. Ну и читерство, блин. Блин, почему сохраниться нельзя? Я же столько оттуда шел, жесть. Обидно будет куда-то упасть. Так, ну допустим. А что там? По-моему, там ничего хорошего. Но мне кажется, сюда прыгать бессмысленно. Зато ты жесткий. Что-то у тебя сны какие-то слишком реальные. Блин, пророк. Говори, туда прыгать или не туда? Не хочу сначала все идти. В смысле, ты же доходил, проходил вроде, говоришь. Но мне кажется, я не допрыгну нифига. Надо подумать, могу ли я туда как-то запрыгнуть? Вроде никак. Да я стою, пока думаю. На куб встать? А куда его поставить? Падает, по-моему. Он падает, видите? Двигается.
Не, ну что с того даже, да? Блин, надо... Даже если я туда встал, я вроде не могу никуда все равно. Да что такое? А, ядрить. Но, блин. Стой. Тихо. А, типа мне надо просто пройти эту локацию, кубик туда кинуть сейчас, да, и забрать его оттуда с выступа. Я так понимаю. Ну да, вроде. А, даже проходить не надо. Ну блин, это самая ядристская, по-моему, звездочка из всех. Да, я смог. Привет, ДМС. Хуже есть. Все, тут все собрали. Так, это была вторая. Локация. Ну, пойдемте в третью. Тут у нас опять 4 фигуры и звездочка. Ну, что-то вроде того. До начала эпохи хаоса были и другие боги. Старые боги. Но даже при всей своей мощи они не смогли спасти тот мир. Тогда был создан я. А я буду вечно оберегать этот мир для тебя и твоего рода. Таково мое предназначение. Пост 437 HTML. Как и все остальные люди в интернете, в эти последние дни я бы хотел попрощаться и сказать всем спасибо, что читали мой маленький блог на протяжении стольких лет. Было весело, не так ли? Столько вдумчивых разговоров, столько философии. Ну ладно, мы тут в основном кидали картинки с котиками и всякие глупые шуточки, но все равно. Я как бы сожалею, что тратил так много времени за компьютером, когда нужно было заняться чем-то полезным. Я то посидел, проверял ящик по 100 раз, читал бессмысленные статусы людей, которые мне не нравились. Но я не жалею, что со многими здесь подружился и что мы весело проводили здесь время. Мы все хорошие ребята, и я рад тому, что познакомился с вами. Приятного конца света. 12 комментариев. thirdthesis.txt. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане. При этом всегда удивляет то, что старшие поколения трудятся в поте лица, как будто исключительно ради будущих поколений, а именно для того, чтобы подготовить им ступень, на которой можно было бы выше возводить здание, предначертанное природой, и чтобы только позднейшие поколения имели счастье жить в этом здании, для построения которого работал длинный ряд предшественников, хотя, конечно, не преднамеренно. Иммануил Кант.
Но каким бы загадочным ни казался такой порядок, он необходим, если раз и навсегда признать, что одаренные разумом животные, которые как класс разумных существ все смертны, но род которых бессмертен, должны достигнуть полного развития своих задатков. humblybrag.html. Блок Арианы, запись 477. Хвостушка-завирушка, Бэтмен. Я всегда знала, что Господь повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Евангелие от Матфея 5.45. Но должна признать, что одно дело знать какие-то слова, и другое полностью их понимать. Хоть я и уверена в том, что моя вера всегда была искренней, это не делает меня особенной или избавляет меня от страданий. Я простой обычный человек, и Бог видел миллиарды мне подобных, которые каждый день уходят и приходят на землю. И что я хочу сказать, это оказалось очень сложно принять. Я всегда считала себя скромной, но теперь понимаю, что я гордилась, упивалась тем, что считала себя такой. И это, честно говоря, просто тупо. Хотя я, наверное, не единственная, кто-то понял, да? Теги, раскаяние, гордость, вера, хвастовство, каюсь, Бэтмен. Иногда меня тревожит, что ответы, которые я выбрала, слишком просты. Можем ли мы по-настоящему, в полной мере, осознать границу между своим телом и разумом? Сколько в нас врожденного? Сколько приобретенного? Если бы мои интеллектуальные способности и знания поместили в машину, стала бы эта машина мной? Стала бы она человеком? И какой ответ больше ранил бы мое самолюбие? Да или нет? Может, я слишком много на себе беру? Но сейчас не время для честолюбия. Блин, а мы дослушали до конца или нет? Давайте повторим. Иногда я смотрю на себя в зеркало и будто вижу в нем какое-то чужое существо. Стоп, это не то, да? Я думаю, кто я? А, нет, это то. Почему у меня такие глаза и такие руки? Почему я вижу те цвета, которые я вижу? Почему я думаю так, как думаю? Я была создана. Каждая частичка моего тела, каждая нить моей ДНК — это часть истории длиной в миллиарды лет. Я существую лишь благодаря выбору. Нет, это мы слышали точно, все вспомнил. Сегодня умер мой лучший. Что может практически все на этой... Просмотрев архив, ты узнаешь, что в наше время многие считали, будто цивилизация... Не, стоп. А где такой, который мы только что взяли? Блин, хрен его знает, короче. Ну ладно. Надо было порты просканить. Ну. Там же сеть недоступна. Всего тут. Ага. Где хоть что-то, что я могу взять? А. Угу.
Так, и зачем мне это? Так, что я еще могу нажать? А, ну давайте там нажмем. Там что-то... А, там кубик лежит. А, видимо, нам потом сюда. Или... Не, ну мне не хватит одного кубика туда запрыгнуть. По-любому. Угу. Блин, на деревянной этой держится. Ну, прикол вообще. От чего он питается-то? А, ну это же виртуальная реальность. Все нормально. Ну ладно, давайте все-таки попробуем тут кубик достать. Ну да, как я и думал. Не допрыгиваю. Это надо вот, походу, на заборчик для этого запрыгивать. А, да, а вот тут мы... Стоп, мы вот там не смотрели, что ли? А, много пространства, много кнопок, ну... А, и что? Значит, кубик нужен, да, еще один, походу? В смысле, вот... Ну, не еще один, а вот этот. Коннектор. Коннектор — это хорошо. А, там еще один кубик я не взял, лол. А, он закрыт, понятно. Так, ну допустим, допустим, да, мы откроем вот это. Ага, кубик. И открывается красное, но у нас еще одного нет отражателя, а где он находится, я пока не вижу. Так. Так. Нам, ну, вот это нужно активировать сейчас штучка. Для этого кубик сюда. Вентилятор сюда. А, и вентилятор сюда. И кубик сюда. Чё, мы же не допрыгнем все равно. А. Стоп, а мы вернемся-то хоть? Вернемся. А вот этот кубик мы теперь можем взять. В смысле багулю? Почему багулю? Раз я это смог сделать, значит это не баг. Я же видел, здесь баги не проходят в этой игре. Ну, до этого пробовали, тут нельзя с помощью багов там как-то как в портале там какие-то эти найти баги там, чтобы что-то не так. Короче, нельзя решить загадку не так, как она задумана. Головоломка.
Стоп, так у нас отражатель-то только один. Упустили, да, думаю? То есть я что-то не так сделал? Да нет, зачем нам столько кубиков? Где еще один отражатель? Что-то я туплю, да? Где еще один отражатель лежит? Тоже он меня откинул-то. Хочу просто повыше встать. В смысле там же, где и синий? Синий что? Я говорю, не излучатель. Излучатель-то вот синий. И что, я тут где-то не вижу отражатель? Да нет, его тут нет. Здесь тоже больше нет. Отключить это поле я не могу другим способом, только вот эту синюю активировав. Его нет. Кубики. Все. Ой, все, короче. Понял, понял. Там одного не хватит, да, явно. Не зря же тот кубик сделали, но хочу просто посмотреть, насколько не хватит. Всего-то одного не хватает, да, вроде. Двух не хватает. Еще нужен один. Ну да, правильно, еще один нужен. Я могу, конечно, этот забрать, но все-таки. Нет, я вижу, что там есть кубик. Подожди, дай мне, ну, чтобы его взять, мне нужно кое-что сделать. Так, мне нужно соединить вот эти. А, блин, забыл кубик-то поставить. Теперь опять надо отключать. Ловко с этим синим какая-то, блин, вообще жестко. Повелся на нее. Thank you.
Привет, Ксипи. Ну, это та же... Это... Тот же мир. Просто зима. А насчет Милтона, пророк, ты спрашивал, я откуда знаю, все или не все диалоги. Ну, возможно, что все. Деактиватор под карантином. А, ну ладно. Блин, я не помню, если честно, на чем мы остановились. А для чего отключать? Непонятно. Ага, под карантином. Так. Стоп, отражатель, да? А кубик у меня есть хоть один? А, ну, вроде все просто. Я помню, что он мне спрашивал, позволил мне задать один любой вопрос, на который он бы ответил максимально честно. Вот это было вроде в одном из последних разговоров. Да, ядрить тут что-то вообще жесть. А где источник? А, вон. А, тут два. А, нифига он высокий. Так. Отсюда он... Не, он не пробьет эту стену. А, зато он вон туда пробьет. Ага. Да, должен он туда пробить, короче. Забыл поставить. А где, кстати, где второй кубик? У меня же два вроде кубика было. Стоп. А, нет, у нас один кубик. Но этот явно сюда, потому что без него мы не поднимем этот отражатель. А мне кажется, достанет, да? Кто знает, конечно. Ну, может, и достанет. Это вообще-то доездишь какой-то. Да ладно, должен достать.
все. Так, нам еще 3 фигуры, и мы сможем подняться на 4-й этаж башни. О, это ж... Опа, там Милтон что-то требует. Похоже, мой отказ от семантического спора с компьютером разозлил его, и он отказывается дальше общаться со мной. Элохим доволен, что не входило в мои планы. Шипверста 69.1. Элохим доволен, потому что ты поверил его болтовне. Глаз сомнения — это твоя единственная линия обороны. Док версия 55.1. Поразмыслив, я решил игнорировать тот факт, что в твоей картине мира больше дыр, чем в швейцарском сыре. Но на самом деле, просто в том случае, если ты каким-то чудом окажешься прав, я бы хотел добровольно вступить в банду. Если ты будешь старшим на ковчеге, кто войдет на него первым, когда начнет... Если ты будешь старшим на ковчеге, кто войдет на него первым, когда начнется потоп, что... следует делать, чтобы быть ценнее всех остальных. Возможно, я все-таки все равно ударение неправильно поставил, но ладно, вы поняли, я думаю, смысл. Быть хорошим человеком, быть человеком, вносящим вклад. Быть человеком, быть сознательным, быть живым, быть... Значит, ну, разбираем опять вариант ответа. Быть хорошим человеком? Ну, нет. Ну, как бы, ну, такой слишком какой-то наивный какой-то ответ. Быть человеком? Ну, я так понимаю, всем места не хватит. Ну, допустим, раз о ковчеге речь. Быть сознательным? Тоже маловато. Многие сознательные. Быть живым? Ну, опять же, места всем не хватит. Быть, ну, это вообще жесть. А вот быть человеком, вносящим вклад, тут два ответа. Первое, быть человеком, то есть, значит, роботы не катят, да? А то сейчас скажут, типа, ну давай тогда возьмем всех роботов, потому что они вкладом могут больше внести, да? Вот, и вносить вклад, то есть не любой человек, значит, ну, как бы, это самый норм ответ. Сейчас ты говоришь так, но разве ты недавно не утверждал, что мораль применяема повсеместно? Ты передумал или просто растерян? Блин, он меня реально запутал, походу. Давай посмотрим, блин. Мораль применяется только при сотрудничестве людей. Что? Я уже не помню, какой был вопрос. Что значит сотрудничество все-таки необходимо? Чё? Я что-то вообще потерял нить обсуждения, если честно. Ну, вот, ну он говорит, я утверждал, ну то есть про меня, что я утверждал, да, что мораль применяема повсеместно. Да. Ответ. Я передумал, мораль применяется только при сотрудничестве людей. Что это значит? Мораль применяется только при сотрудничестве людей. Что-то я вообще не понимаю смысла этой фразы. Сотрудничестве людей. Ты меня запутал, мораль применяется... А, ну это два одинаковых варианта, только тут я передумал, а тут ты меня запутал. А. Подожди, сотрудничество все-таки необходимо. А, типа потому что я сказал быть человеком, вносящим вклад. Ну ладно, давайте ответим такой самый нерезкий ответ. Подожди, сотрудничество все-таки необходимо. А, тут, блин, я неправильно прочитал, не так необходимо.
Ну блин, это слишком обширный вопрос. То есть, а там может быть, смотря что имеется в виду, понятно, что там, например, там, ну, там был ответ о вносящем вклад. Понятно, что, например, дети там еще пока никакой вклад там не вносят, или какие-нибудь там, может, еще там. Так, ну блин, там, я так понимаю, раз ковчег, значит, места всем не хватит. Понятно, что по морали как бы всех надо, да, ну, спасти, ну, в ковчег, но, блин. А если не хватает места, тогда тех, кто вносит вклад, ну, потому что надо же кого-то выбрать. Ладно, давайте будем его обвинять. Ты меня запутал. Все, короче, отвечаю. Как-то меркантильно, правда? Какой именно вклад в жизнь общества могут внести дети или инвалиды? Да господи, я об этом и говорю. Ну потому что, блин, ты не очень, блин, Милтон. Я не знаю, то как-то вопросы странно, что ли, построены. То ли я не так мыслю, потому что... Блин, как-то очень странно реально получается. Или ответы странные тут предложены. Я не понимаю, почему я сам запутался. То есть я, в принципе, понимаю свою точку зрения, но я не могу нормально здесь изложить. Так, какой именно вклад в жизнь общества могут внести дети или инвалиды? А, ну тут опять же нельзя под одну гребенку. У детей потенциал для вклада, а инвалиды просто вклад психологический, потому что, ну, там, типа, забота о других, да, ну, то есть чисто мораль. Ну, в принципе, детей можно сюда тоже. А, давайте так. Притянуто за уши, но предположим, что это правда. Итак, если человек с тяжелой неизлечимой травмой головы может считаться вносящим свой вклад, разве мы не должны также включить сюда кошек, которые держат крыс в страхе, или здания, которые нас согревают? Не слишком ли обширны твои условия принятия в таком случае? Да иди нафиг, Милтон. Надо вырубить этот комп уже. Обширно, но мне это нравится. Я же вроде говорил про людей. Причем тут крысы, которых кошки, которые крыс там, блин, в страхе содержат. Про людей же речь была. Кошки не люди. И здания тем более, которые согревают. И лягушки тоже не люди. Ну, либо первый, либо третий вариант. Я не могу немножко понять до конца первый вариант. От границ морали еще кое-что зависит. Что это значит? Короче, можно заключить мелоды на бомбонета заткнется, за это мне ачивку дали. Некоторых ради... Блин. Ну, по идее, тогда если тралить, да, тогда второй вариант, потому что это опять какое-то условие дополнительное. Ну, нет. А, ну хотя это тоже. Ну ладно, давайте первый-то выберем.
Так, чьи же жизни тогда дороже всего? Что мне сделать, чтобы получить билет на твой ковчег? Ага, вернулись к тому, что были, что было. А, ну, видимо, этот ответ — это возврат. Ну хорошо, я тогда... Да не, пророк, я отвечу, как я отвечу. Неважно, ачивку потом, может, открою когда-нибудь. Потому что мне все-таки интереснее именно, как я отвечу, а не просто ради там ачивки, какие-то варианты там, да, это забей. Даже если это на концовку влияет, все равно я отвечу лучше, как я отвечу. Ну, единственное, вы можете в чатике именно обсуждать там, да, со мной, это да. Но именно там какие-то схемы ради каких-то ачивок, не, сейчас это не нужно. Так, ну ладно, раз уставить тогда такой вопрос, я вначале ответил, быть человеком, носящим вклад. И он это, ну, короче, неправильно трактовал, тогда просто быть человеком. Ладно, ладно, быть сознательным. А то сейчас скажет, типа, ага, значит, роботы идут лесом, да? Раз место у нас не ограничено, значит, быть сознательным. Тогда быть сознательным. Сознательным. Опять, я полагаю тогда, что промышленный забой скота на мясо находится на одном моральном уровне с геноцидом. Ты действительно считаешь, что спасти чихуахуа ничем не хуже, чем спасти человека? Что? А что, чихуахуа сознательное, что ли? Да блин, он упорот, отвечаю. Он упорот. Причем, как? Че, чихуахуа, это что, сознательное существо? Не, ну я понимаю, что там собаки там типа считаются умными животными. Но блин, это же все равно другое совсем. Это же не разум. Ну, с твоей точки зрения прав, с моей что-то я вообще бред какой-то вижу. Объясни, если хочешь. Не, я что-то не понимаю логики вообще. Есть сознание. Я не думаю, что он на себя осознает. Ладно, я неправильно понял. Можем начать сначала? Ты из тех людей, которые хотят изучить каждый вариант, не так ли? О чем мне это говорит? О том, что ты плохо принимаешь решения. Ну ладно, почему бы не измотать себя? Только не жди, что я оценю твой энтузиазм и постараюсь не повторяться. Есть бесконечно много способов сказать, ты не прав. Что будет на этот раз? Тогда быть. Давайте ответим быть. Вот по-любому устроит это. Просто быть. Все. Заткнись, короче. Смешно, у камней такие же права, как у тебя и у меня. Так, подумай еще. Ладно, быть живым. Я не знаю, что ему ответить. Он какой-то дурацкий, серьезно. Логика вообще для меня непонятная. То есть то, что он говорит, как бы, то, что он якобы понимает мое мнение, он вообще не так трактует ответы. То есть, может быть, это проблема в переводе на русский язык игры, я не знаю. Но я лично вообще не понимаю, почему он именно так реагирует. Давайте быть живым. Итак, у травы в твоем мире такие же права, как у человека, да? И как это будет работать?
За ходьбу по газону, общественные работы для людей? Ну, вообще, да. Я думаю, тебя должно быть смутило постановка вопроса, почему бы не попробовать снова? Удаляй. Тогда быть человеком, вносящим вклад снова, и там выбираем другое что-то. Ну, просто другие варианты. Все, и идет после этого. Забыл, в тот раз я первый выпал, да? Мораль применяется только при свет... Ай, за... Блин, за... Ладно, да, давайте так. Будем жесткими, короче. Давайте ответим на про потенциал, когда как раз выбирал между двумя вариантами. Давайте это вот этот. А, такой же ответ. Но мне это нравится. Опять я могу поклясться, что мы уговорили об этом и решили, что этот вариант несовершенен. Так, но я так уж и быть подыграю тебе для смеха. Если то, что ты говоришь, правда, если жизнь животных столько же стоит, сколько и человеческие, то из этого следует, что нет никаких оснований спасать твою жизнь. А твою жизнь, а не дикобраза. Последний раз, когда мы поднимали этот вопрос, тебе это не очень-то понравилось. Что, ты, что изменилось? А жизнь животного стоит столько же, сколько и жизнь любого другого сознательного существа. Ладно, хорошо. Ты хиппи, я понял. С ума сойти, у меня от спора с тобой даже началась головная боль. Просто скажи мне одну вещь. Раз установленный порог разумности так низок, что даже крысы могут получить какое-то право голоса, уж для меня-то место за твоим столом должно остаться, правильно? Конечно нет! Ты тролль! Последний. Ну ладно, блин. Ответим, да. Ничего иного я и не ожидал от человека с такими... широкими взглядами, как у тебя. Очень хорошо. Если каким-то чудом эта твоя фантазия станет реальностью, а я полагаю, все остальные возможные результаты в равной степени неправдоподобны, то, по крайней мере, я знаю, что у меня будет место в ковчеге. Увидимся. Иди нахрен. Так, тут еще не все дособрал. Я уже даже забыл, чем собираю. Три маленьких коннектора и вентилятор. Кое-что понял? Поставим пока сюда, посмотрим, что тут есть. Кубик. Не будешь говорить что, так а зачем тогда понял? Стоп, а без кубика-то мы это не сделаем. А, ну зачем, все, я понял. А, или ты имеешь в виду какой-то спойлер по сюжету, понял, что ли? Или чё, что ты... Я теперь тебя не понял. Да, ты... ну, короче, ладно, забей. Не, ну просто в смысле ты типа понял что-то по сюжету, чего раньше не понял, что ли, или что?
Так. А, ну ладно. Угу. Так, ну это легко. Да лол, не гони, ну серьезно. Блин, бред какой-то. Так, где активатор? Кубик. Зачем нам кубик? А, я знаю, зачем нам кубик. Ну да, наверное. Так, одну забираем. Так, пока я не очень понимаю, что, какую именно нам включать. Ну-ка, давайте посмотрим отсюда. Вон он там летает примерно, да? И какую мы можем включить? Я думаю, что мы можем включить раз. Два. Ну и все. А, черт, а излучатель. Не, ну все как-то тупо. Ну как это он может включить через стену? Но он же никак через стену это не включит, значит не имеет смысла. Я что, закосячил? Ага. Ну, не совсем, не закосячил, как раз таки так и надо. Так. А, все, тут ничего лишнего не осталось. Теперь у меня один освободился коннектор. Или тут деактиватор нужен? Ну сейчас посмотрим. Нет, скорее всего. А, черт, куда я подключаю того? Да.
Да, вот тут таким образом. Стоп, почему мне не хватило-то? Все, потому что я этот могу забрать, ясно. Так, а теперь вопрос, какой мне отключать? Не этот явно. А, так тут нет, значит именно тот, потому что тут вообще нет отключалки. Все, изич. Так, а звездочку мы, кстати, еще тут не нашли. Тут ничего нету больше интересного. Там не пририсовали нормально все. Ну что это за чушь? Покатился, блин, по невидимому полу. Пипец, плотная звездочка. Внутри появился. Ну, посмотрим. Я вначале хотя бы в одну дверь войду, где звездочки, и тогда пойму, нужно мне это или нет. Так, а у меня ничего нет. Так, а, то есть ты еще даже не знаешь решения? То есть даже не то, чтобы не смог реализовать, не смог даже придумать решение, да? Ну, посмотрим, посмотрим. А, стоп, я же могу сюда зайти, что-то прям. А, нет. Ну посмотрим, посмотрим, пророк, дойдем, и тогда будет видно. Стоп, а как этот кубик взять? Это же деактиватор нужен, а он же никак это не достанет вроде. Ну да, через решетки же нельзя.
Что-то я не понял, как мне его взять. Ну ладно, вроде пока мне особо он не нужен. Так, вот я уже взял. Ну, по крайней мере, пока я не понял, для чего он мне нужен. Мне пока нужен один вот сюда. А, стоп, его можно перебросить через вот эту... все, увидел. Ну, кубик мы потеряли, я так понимаю. А для чего тогда нам это нужно? Ну, то есть мы поменяли кубик на вот эту штуку. А, ну и, в принципе, получили взамен другой кубик, да? Зато теперь у нас есть эта штука. Как типа, как можно в любое место ее носить. Так, мне сюда не надо. А, вон звездочка. Ну, потом, потом. Так, нам нужно, я так понимаю, кубик перекинуть туда. Надо кубик перекинуть обратно. Теперь кубик перекинуть туда. Я в ловушке, не могу остановиться. Глаза, руки, ноги ничего не могут. Все время видят одно и то же. Не могу остановить поток информации. Стоп, 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 стоп. Не думай, просто будь. Самсара, версия 72.6. Вы двое стоите друг друга. Faithless Biped, версия 44.1. Так, а это что за комната? Муля, ему 58? Да ладно. Серьезно? А откуда ты знаешь? Лол. Ну, бывает. Чё? Я думал, я один такой тут древний. Стоп, а для чего вот та дверь? Я не понял, для чего та дверь? Так, давайте думать, короче. Не, ну звездочку... Чтобы взять, надо на забор встать. Но я хочу открыть эту дверь, что-то.
Только у Тора 28 это уже забвение. У нас же все. Ага, у нас же открылась тут штука. А чё я такой не очень-то? Не достанет все равно. Не, так при чем тут? Это же не к звездочке путь, это путь хз, куда звездочка-то тут. Но я хочу узнать, что там. Как это к звезде? Звезда же, вот она. Вон же звезда. Этого не хватает, да? Понятно. А, вентилятор, ну, может быть. Может и обманка, кто его знает. Понятно, на две мы не поставим. Надо думать. Ну опять же, это, как ты говоришь, это баг, да? Забор прыгнуть без бага? Я так понимаю, вот тут. А, или нет?
Блин, да где эта надпись? Что это может дать? Что-то как-то ничего особо. На какой забор? На этот? Вообще как-то не особо. А, ну или ты имеешь в виду именно вот таким образом. Но он даже не хочет кубик на кубик ставить. Этот забор явно ничего не дает. Даже если я притащу сюда кубики, это мне тоже ничего не даст. Кубик за забор. Так я кубик так и так могу за забор. Я ж кубик так и так могу за забор. На забор. А, кстати, вот вообще изи способ. Надо туда этот взять коннектор. Хочет ставить на забор. А, оно падет, да? Не упал. Но это ничего не даст, да, вообще? Если сюда два кубика принести, тоже ничего не даст.
по крайней мере, на забор мы не запрыгнем. А, кстати, там еще одна дверь. О, удаляй. Забор одинаковый, да, по высоте? Вот это, мне кажется, ну, сюда же нельзя встать, на этот зубчатый, да, забор? Никак, по-моему. Ну, я думаю, что вряд ли. Слишком он тоненький. Хотя вот сейчас вроде как будто секунду там держался. Ну не, наверное, это просто соскальзывание. Запрыгивай-то, ну. Нет смысла, в принципе, стоять. А на этот он не хочет. Вообще такое ощущение, что эти платформочки же не зря сюда поставили. А, кстати, пророк, ну я же так понимаю, сюда принести ничего нельзя из других комнат, да? А то, может, сюда можно еще там что-то принести, и, типа, я зря мучаюсь сейчас. Ну, по-моему, нет, да, тут какие-то скалы. Но я хочу догадаться все-таки, как это взять. Так она достает или нет? Ну просто скажем, чтобы если бы у нас был бы еще один, мы бы смогли. Или там нужно все равно больше так и так. А, так тут стоп, надо вот сюда. А, ну так мы бы тут смогли, например. А, так стоп, если мы сюда поставим два кубика, да, и теоретически на них поставим нашу штуку, то она, по-моему, пробьет вот эту, да, фигню. То есть, если мы сейчас сюда поставили бы, то оно бы напрямую бы, по-моему, смогло взять. Но если бы мы смогли запрыгнуть на этот забор, мы бы вообще бы взяли бы звездочку.
Потому что, чтобы вот это активировать, да, нужно вот самый край, это вот сюда куда-то. Ой, что-то вряд ли. Так, ты понимаешь, что нам еще одна нужна? Там еще одна. Ты видел? Там еще одна. Так что нет. Почему я не могу запрыгнуть? Там еще одна. А. Так мне деактиватор надо вначале вынести отсюда. Вау. А, стоп. А мы же вообще не о том думаем. Чтобы деактиватор вынести, мне надо вот эту отключить. Вот эту. А как я вот эту отключу? Чтобы не эту отключить, это нужно, то есть, блин, я фиг узнаю. Это надо реально в полете, походу. Слушай, реально в полете. По-другому никак. В смысле забор пропал? Не, ну... Ну ты понял, да? То есть, чтобы нам вынести деактиватор, нам нужно именно эту активировать, а не вот эту. А чтобы ее активировать, нужно это... Ну а что ты тогда? Ну я понял, понял. Сейчас отправим. Лол, взял, деактивировал этот вентилятор. Ну я вначале что-то затупил. Так, а теперь мне надо... Что тут? Надо теперь деактивировать эту штуку. Да ща, не, ну подожди, пока так подумаю. Когда уже будет совсем безысходность, тогда уже будем... Да, посмотрим. А пока... Если все что, сейчас пойду пока другие звездочки соберу. Там наверняка они более простые в первых уровнях, которые я еще не собрал. Так, теперь я могу деактивировать вот эту штуку. Там всего лишь кубик. Там всего лишь кубик. Кубок. Странно, да? Теперь нам нужно какую-то одну из двух вот этих вот. Включить с помощью синей штуки. А, и типа там на забор тогда можно, что ли, да? Если он будет стоять на двух кубах. А, ну да, мы сможем на забор по-любому. Нет, не по-любому, мы же стояли на двух кубах, мы не можем на забор на двух кубах. Ну я ж пробовал. Или там другой высоты забор. Да нет, та же высота забора.
А, все, точно через решетчатый забор. Так, ну давай ради интереса попробуем все-таки в полете. Ну хотя бы посмотрим, что будет, да, чтобы этот вопрос уже нас не мучил. В полете. То есть, ну вот тут куб уже есть. Значит, берем. Надо деактиватор сюда перенести. Просто не хочу пока ту отключать верхнюю, может попробуем просто. Даже хотя она вроде ничем не поможет, ну просто так сложно ставить ее было. Так, берем вот эту штуку. Берем вот эту штуку. Да на кубик же ставь, ну печалька. Мне кажется, она не пробьет. Она не пробьет этот забор. Да, я понял, короче, надо снимать. Ну ладно, давайте все равно запустим. Раз уж тут мы находимся. Не, даже не было звука, что он это активируется. Ладно, значит забираем. Ну так сможем забрать, я надеюсь. Ну, так и что? Так ты же не видел, лазер попал туда или не попал? Ну, в цель-то. Так, короче, коннектор, мне кажется, нужно... Это, в смысле, деактиватор. Мне кажется, нужно сюда и коннектить вот именно с этой штукой нужно, по-моему. А, не-не-не, слушай, так не прокатит, знаешь почему? Потому что нам еще выйти оттуда надо как-то. Нам еще нужно оттуда выйти. Значит, нам нужно вот эту отключить и занести деактиватор внутрь. Там мы можем то сюда повернуть его. Значит, нам все-таки нужно эту отключить. Ну да. Так, подожди, а где у меня второй коннектор? Я его сюда, что ли, отнес? А, он сюда прилетел. Так. Кстати, может при обратном полете его и включать? Так, не-не-не, все тут. Так. Так, значит, мне нужно, получается, одну поставить туда, что ли? Куда-то. И типа куда-нибудь вот сюда, да? Подальше. Теперь зайти сюда, это отправить назад. Вот.
А где эта штука? Она что, не улетела вместе с ним, что ли? Да. Так, теперь, значит, мы активируемся вот с этой, ну, на всякий случай с этой. И с этой. Полет на двух кубах. Не знаю. Она начала включаться, но явно не хватило. Явно не хватило. Не, тут нужен стабильное соединение. И даже на двух не хватит. Я тоже не увидел, но по звуку, по-моему, много не хватило. Где-то, ну ладно, давай посмотрим, как-нибудь успеем посмотреть. Блин, ты опять туда бежит. Беготни тут, конечно, куча. Давайте кубик еще притащим сюда на будущее. А, стоп, я ее опять неправильно поставил. А где второй кубик-то? А, так я же не в ту сторону ее поставил. А, ну ладно, тогда просто активируем. А, стоп, хватило, да, сейчас? На очень короткий промежуток времени. Хорошо, а как мы сможем ее туда поставить? Можем. Так, надо все делать быстро. Быстро и четко. Где активатор поставим? Вот тут. А, ну может. Не, сейчас не хватило.
Может, тогда все-таки в эту сторону полет нужен, но тогда я не понимаю немножко, мне же не хватит времени. Может, не идеальная позиция у этой штуки, говоришь? Ну, вряд ли. Тут-то вообще высокий забор. Да нет, по-моему, там не хватило. Может, вот так хватит? Но опять же, очень быстро там. То есть там дело не в том, сколько по времени оно как бы в поле зрения, а оно просто само по себе летит очень быстро, и мне, по-моему, просто не хватит столько времени. Не хватит даже добежать. Видишь, там такое короткое время, что вообще жесть. Да блин, ну... Упорота немножко физика. Да не хватает. Не, забей, не хватает. Я даже не успел увидеть, сколько там, хотя я смотрел не вниз, а вперед. Ладно, давайте пойдемте дальше, пройдем сейчас пару испытаний и все, наверное, на этом будем заканчивать. Ну, то есть вот эти вот обычные сейчас пройдем. А, я тут все прошел, что ли? Где-то я читал? Да, это я читал. А, мы тут все прошли, кстати, кроме звездочки. Потом тогда еще вернемся. Все. Не знаю, в следующий раз я думаю, что четвертую собрать или звездочки. Ну, давайте в следующий раз соберем четвертую. Наверное, и все. Соберем четвертую, потом звездочки в комплексе A, потом пятую, потом звездочки в комплексе B, потом шестую и звездочки вот в комплексе C. И как раз таки у нас будет результат. Так что все. На этом хватит сегодня. Стрим заканчивается. Вопросы, пожелания, замечания, предложения можно писать в чат. Всем спасибо, что смотрели. Всем пока.